Врачи нового центра амбулаторной онкологической помощи начали принимать пациентов. Далее рассказываем, как попасть на прием. Чтобы попасть на прием к онкологу в центр амбулаторной онкологической помощи, необходимо обратиться к лечащему врачу, который выдаст направление и запишет пациента через медицинскую информационную систему. Это может быть участковый терапевт или узкий специалист. Направить в ЦАОП также может врач отделения профилактики, если новообразование будет выявлено во время диспансеризации. Пациенты, которые находятся на диспансерном наблюдении врача-онколога, о чем есть пометка в медицинской карте, могут записаться на прием самостоятельно через колл-центр больницы либо в регистратуре ЦАОПа. Диагностические обследования МРТ, КТ, УЗИ, ФГДС, бронхоскопию можно пройти по направлению онколога ЦАОПа или лечащего врача Бердской ЦГБ при наличии показаний для такого обследования. При направлении жителей Бердска на обследование другими государственными медицинскими учреждениями запись пациента в ЦАОП осуществляет его лечащий врач. Запись на исследование в ЦАОП или прием к онкологу по собственному желанию либо по направлению врача частного медицинского центра не предусмотрена.